Опа! Фига ты пасть открыл! Че, проголодался? Скушай свой кексик. Тихо. Тихо, пусуны. А! Эй, друзья, всем море привета, всем БГГшечки Нептуна здесь, это рубрика ФНАФ Пародии. Сегодня будем проходить полную версию ремастера Дермитабис. Игра не так давно вышла, и очень часто мне писали, чтобы я ее прошел. Думаю, что объяснять вам, что такое Дермитабис, не нужно. Оригинальная игра довольно древняя, плюс я тоже довольно давно ее проходил. У меня было там порядка 10 серий, и примерно полгодика назад я приходил демку этой ремастерит версии. Теперь же у нас полная версия, поэтому погнали. Новая игра? Еее! Один! Ха-ха! Типа, играйте, блин. Так, Havoc Freddy, смотрите. Подсказочки даются. Замечательно. Еще прикольный арт нарисован. Еще лучше. Что это, блин, такое? Чё там за ноги торчат из мусорки? Какой-то трэш. Жутко. Сразу говорю, что я забыл все, что было в оригинальном Дермитабис. Я не помню, это было очень давно. По сути, я играю как будто впервые. 12 ночами ранее. Ну, игрушка стала посветлее, это приятно. Он тыкает пальчик, посмотри. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Можно пощекотать. Ха-ха. Так. Ничего не активно. W пойти на другую сторону стола. К монитору, да? Давайте вырубим его. My name is Peter, and I was a manager for Freddy's back in 1993. So if you're wondering, 1993, то есть 1993 год? I'm not sure how you died, but maybe something happened. Wait. А точно, наш герой вроде как умер. John? Christ, that would explain why everything looks worse. И попал в какое-то чистилище, где ему и нужно будет выживать. Насколько я помню сюжет. Well, you're in whatever godforsaken creation of Fredbear's Diner, warped by an entity with. И меня преследовать разные создания из закусочной Фредбера. И здесь есть только я и вот Фунгай. I'm hoping this goes well, but I'd rather not think of the implications. As you can probably tell, you have a monitor in that office. You can use it to sort of. Так, ну вот рассказывают стандартные вещи для Фунгая, типа у меня есть монитор. Я могу мониторить камеры, ну, окей. Вот сейчас он рассказывает про Havoc Freddy. I almost forgot. Since you fuck things up by dying, I've been working on a short plan. Havoc Freddy, в общем, приходит через левую дверь. Нам нужно бежать на другую сторону стола, и он тут же уйдет. Ну, то есть просто перебежать, видимо, на стул, как я понял. Собственно, на этом вводный инструктаж закончен. А как я делал, чтобы камеры переключать и одновременно... Так, на клавиатуре камеры, к сожалению, переключать нельзя. Блин, неудобно вот так вот постоянно. Можешь сворачивать. Но мне это не особо поможет. Так, ладно, давайте играть. Насколько я помню, здесь камеры перепутаны. То есть, казалось бы, с правой стороны. Так, а я почему не могу повернуть? А, нужно вырубить монитор для начала. Точно, совсем забыл. Ой, плюс еще утро, друзья, у меня. То есть я всю ночь просидел. О, кассета. Кассета. Как ее взять? Вон он мигает. Видимо, а, все, взял.
Так, на самом деле я всю ночь работал, монтировал, там приходил один ужастик сюжетный, и сейчас уже буквально перед сном залез записать Дермитабис, первую серию, потому что уж очень часто мне стали об этом просить. Ну вот как-то так, поэтому вам могу немножко тупить, не переживайте. Это у меня обычная ситуация. Так, можно посмотреть за окном. Вроде как там должна появляться марионетка. Также можно смотреть на потолок. Так вот, камеры здесь немножко перепутаны. Визуально видно, что девятая камера справа, да? А первая камера слева. О! Так, бежим! Бежим! Просто нужно перебежать! Просто перебежать! Все? Вроде он бежал. Хорошо. Бежим обратно. По-моему, именно так нужно от него спасаться. Замечательно. И он реально стрёмный, видали? Он весь такой со всякими отростками, там, частями аниматроников. Хэвок Фредди. Ну или Хавок Фредди. Называйте как хотите, да? Вот что я хотел говорить. Один камера слева, а девятая камера справа. Но на самом деле, это перепутано. Я не знаю почему, потому что, может быть, мы сидим, как бы смотря сверху вниз, а не снизу вверх, как обычно мы все привыкли. Поэтому вот там камера 1, а вот здесь камера 9. По идее. И это меня может запутать, если, конечно, это ничего разработчик не исправлял. Пик, кто-то пикнул. Так, еще здесь должен появиться Чика, еще должен появиться, по-моему, какой-то кейк Фредди, у которого кексик в руках, но он превращается в довольно странного разбитого Фредди. И он будет нам говорить... Вот он, Хэвэк Фредди, смотрите, висит на потолке. Так вот, тот Фредди с кексиком, он будет называть номер камеры, и нам нужно будет его включить, правильно прослушать, включить правильную камеру, и подождать, пока он превратится обратно в Фредди с кексиком. Со своего страшного вида. Пиратская бута. Ага. О, опять он, опять он, опять он. Здрасте. И прощайте. Да, звук действительно есть. То есть в подсказочке говорилось, что когда приходит Хавок Фредди, то мы должны слышать какой-то металлический звук. Ну, громкий звук скрежет какого-то, скрип, как будто двери. Носик, носик, носик. Блин, где носики-то все? Носиков не завезли, представляете? Какой краул, какой трэш. Надо запомнить, какие камеры есть. На 10-й камере марионетка. На 3-й камере какой-то коридорчик, да, с кучей дверей. Так. На 6-й камере тоже коридорчик. На 7-й у нас перевернутый стол почему-то. На 8-й какая-то мастерская. На 9-й соседняя. Средний коридор. Тоже ничего примечательного. Игровой автомат на первой. Тут еще важная камера, по-моему, там, где... Да, вот это вот Фокси. Насколько я знаю, есть противник, который... Его вроде бы золотой телефон называют. Или золотой звонок. Появляется, короче, какое-то окно для ввода паролей. Нам нужно будет посмотреть... Боже. Да блин, не поворачивайся лишний раз. Нам нужно посмотреть на камеру. Там, где Фоксян, по-моему, там, где бухта. И там нужно будет найти пароль. И ввести его в это окно. Самое неприятное то, что пароль на English, и я могу затупить. Не сразу быстро ввести английское слово, учитывая, что мне клавиатура мешает. Здесь, ну, путает, мешает клавиатуре микрофона. Он мне висит буквально между моим ртом и клавиатурой. И, собственно, чтобы что-то ввести, нужно микрофон убирать, либо сильно поворачивать голову. Это, блин, максимально неудобно. Время уже 6. Ночи тут вроде бы до... Нет, до 7 или до 8. Да, выиграл я. Прошу. До 7. Ну, что я могу сказать? Вполне неплохо пока что. Начало хорошее. Я разблокировал нового персонажа в менюшке экстра. Надо туда заглянуть. Давайте заглянем, во-первых. Давайте посмотрим, что там есть. Но там, друзья, все заблокировано. То есть все это будет открываться постепенно. Открывая секреты, проходя игру, открывая ночи, собирая кассеты и такое все вот прочее. Давайте в тейпс зайдем. Собственно, одну кассету мы уже нашли, ее можно прослушать. Всего 10, как видите, кассет. Давайте первую. Я говорю, первую. А, вот, во, боже, вон наверху. Девятая.
21 82, то есть 21 сентября 82 года. Вставляем. Is it? I'm not. I can't tell if it's low. No, it can't. This is car. God, this is stupid. Okay. This is Garvey Wright. And I guess I'm talking to my future self. It's a silly idea, I know. I sort of want to keep this as a time capsule, I suppose. Something I can look back on. It's a weird idea, but maybe it'll help. Give some good use to this recorder Alex gave me. Everyone gave me things. I suppose it was my birthday. I'm not sure if they got that off the papers or not, but I'm not sure how they knew. It doesn't seem to matter. I appreciate it. Alex got me this recorder. Peter got me some pocket change, I guess, to buy what I want, which is new. And John got me this toy. I don't think he 100% knows what older people like me are into. Because this seems more like something he would have wanted to get for himself. But he's a nice kid, and it's a nice gift. I want to help these people out. They went through all the effort of bringing me in, and would only make sense that I help lighten the load around the house. So I'm thinking of entering the family business. Wish me luck. How do... Так, на самом деле, друзья, я пытался как-то переводить синхронно, здесь что-то вставлял свои фразы, но потом подумал, что наверняка в чате есть, ну, имею в виду, в комментариях есть люди, которые явно лучше знают англиш, чем я, и поэтому я не стал ничего, ну, перебивать оригинальный голос своими фразами и решил оставить это для вас, друзья. Если вы знаете перевод аудиокассет, нормальный, более-менее дословный, то пишите в комментариях. Это будет очень полезно, возможно, за... Эти ночи мы пройдем, ну, найдем не одну кассету, так что можете все описать в одном сообщении. Я, по возможности, это закреплю со временем. Ну, в общем, такая вот кассета. Очень печально, друзья, что нет субтитров, потому что обычно я использую переводчик экранный и могу субтитры переводить, а потом адаптировать это во время монтажа. Но, к сожалению, субтитров здесь нет, это печально. Havoc Freddy. Оу! Он реально крутой. В плане графики игрушка действительно стала приятнее. Полноценный широкий формат без растягиваний. Это дорогого стоит. И аниматроников здесь куча, я не помню. Надо потом посмотреть. В оригинальной Дармитабе столько же аниматроников. Тут как будто их больше. Вы только посмотрите, 8, 12. Трансфер 15 аниматроников. Это жесть, 15, Карл. Это очень круто. Так, ладно, выйдем обратно. И туториал тоже очень полезная вещь. Изначально там был только Havoc Freddy. Ну, или опустошенный Фредди, да, его называют еще. Havoc Chica, опустошенный Chica. Про Фредди мы, в принципе, читали. Так, давайте посмотрим про Чику. Она появляется в двери. Так она справа двери приходит. И мне после этого, ну, там, где я сижу около компа, после чего мне нужно побежать на другую сторону и смотреть налево, то есть смотреть на Чику, откуда она пришла, но уже с другой стороны помещения. После чего она уйдет, и мне нужно моментально вернуться обратно, иначе меня убьет ее кексик. А вот такая вот фишка. Звуковая подсказка, детский смех. Далее Америл, или Кейкбэр, то есть кексовый медведь, да? Ну, собственно, про него я уже рассказывал, то есть он появляется на камерах. Так, давайте обратно. Называет камеру. Давайте продолжать. И нам нужно эту камеру смотреть. У него две формы есть. Стандартный Cake Bear. То есть нормальный такой, более-менее медведь с кексиком. И Америл.
Его версия более зловещая, разбитая и иссохшая. И вот когда он Америлом становится, он называет как раз-таки номер камеры. Нужно на него смотреть, пока он не превратится в свою более нормальную форму. Вот, такие дела. Сейчас затащим, по-любому. Но еще нужно, друзья, не забыть найти аудиокассету. То есть всего 10 ночей, соответственно, 10 аудиокассет нам нужно найти. Ух, караул-то какой. Так. Причем кассета спавнится, я так понимаю, вообще везде, по-разному. Но они как бы немножко мигают. Так. Полки открывать нельзя. I'm back. Hopefully you survived last night. Now, you might be wondering, так, я выжил прошлой ночью, замечательно. Well, let's just say they see you as sort of a fix. Everything MacGuffin for their own damn soul. Кассеты мигают, нифига. На камере кассеты? Я уже забыл, даже такой может быть. На девятой камере мигала кассета. Если это не роддом, то это прикольная инфа для всех, кто хочет найти все кассеты. Так, меня зовут Джон? Я думал, играю за Эфтона. Опа, 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 опа! Это кто? Чика. Так, бежим в другую сторону. Смотрим на нее. У нее кекс просто извращенный. Смотрите, какой жуткий. Все, она исчезла. Возвращаемся, срочно. Блин, это довольно подло. Она пришла прямо во время разговора фон Гая. When you see her on your right, just look at her from the other side and run back when she leaves. The cupcake will try to attack you if you don't. I think someone lost their nose to that thing once. With that all the way, you're all set for tonight. Так, это была Чика. Still planning, это Чика. So I'll let you know when I think of something, John. Так, непонятные жуткие звуки. Ну, Чика, вот видите она? Севен, слышите, да? Севен, вот он, вот он, вот он, вот он, смотрим на него в упор, все, он стал нормальным. Вот так это работает. Видите, камера как бы визуально слева, первая, да, от меня. Если я вот по центру, значит она слева. Но Чика приходит с правой стороны, на самом деле. То есть, видите, камеры перепутанные. Ну, на самом деле они не перепутаны, просто мы, видимо, сверху вниз как бы смотрим. Относительно. Офис, они снизу вверх, как мы обычно привыкли. Но в любом случае, это странный какой-то подход. Но такой, по-моему, был в оригинале, поэтому разработчик не стал это менять. Выпилось и смотрит на меня глупая курятина. Севен. Возможно, я даже вообще не умру ни разу. Потому что как бы уже умирался в демке, а здесь-то более-менее помню. У меня, кстати, просьба, друзья, кто знает лор игры, сюжет, но пока что без спойлеров, чисто базу, можете написать в комментариях, типа, мы играем за такого-то человека, он здесь, чтобы сделать что-то, короче, важное, а кто такой фангай, тоже можете написать, но главное постарайтесь без спойлеров, а хотя, в принципе, мы знаем уже, по сути, оригинальный сюжет, но я, конечно, не знаю, я его забыл. Но игрушка-то, в принципе, есть старая версия, так что это, думаю, не будет уже спойлером. Можете написать, я почитаю, мне будет полезно узнать, что здесь вообще происходит вокруг. И немножечко узнать сюжет. Да-да-да, мне звонят, наваливают тут, блин. Так. Чика что-то вообще не хочет ко мне заходить, как встала там, на первой камере, так и все. Хм. Кассету я нашел. Надо будет ее прослушать. Найн. А вот кого теперь перьем прогонять-то? Чика. Кто? Подожди, это дабл. Либо Чика, либо Америл. Ну, наверное, все-таки Америл. Во вторую очередь, да? Найн, он говорит, Найн. Это Найн, это здесь. Слушайте, нет, подождите, кексик-то не у Фредди, не у этого, а кексик у Америл получается? Или у них у обоих кексик?
Блин, они стрёмные. И все хотят мне навредить. Убить меня. А еще нужно внимательно смотреть на камеры и искать кассет, потому что, видимо, на камерах они тоже могут быть. Ровно как и в офисе. Так, гости непрошенные опять пришли. Блин, Чик, дизайн аниматроников просто безбашенный. Ну, Чика хитрая, видите, она уходит, но Кексик она бросает. Кексик начинает бежать за мной по всей комнате. И только то, что я вот убегаю, я спасаюсь. 6 часов, друзья. Так. Фредди здесь, да, у него, видите, кексик в руках. То есть иногда он у него почему-то в руках, иногда его в руках нет. Давай. А, не успел. Не успел меня напугать. Потому что стукнуло уже 7. Кстати, на этой ночи не было Хэвок Фредди. Я разблокировал новых персонажей. Менюшки экстра. Это у нас тут Чика. Хэвок Чика, блин, она такая стрёмная. Тут вообще все аниматроники стрёмные довольно. Вон снизу можете почитать немножечко про их описание. Подожди. Так в душе всех этих аниматроников вселены какие-то люди? Смотрите. Когда он был жив, этого ребенка звали Тед. То есть здесь люди, ну точнее души детей в этих аниматрониках. Но я не понимаю, почему они меня преследуют, почему они пытаются меня убить, что произошло, зачем они мне мстят, что за испытание происходит здесь наш главный герой. Америл. Это первый аниматроник, который был построен в 1979 году инженером что-то там 93-го года. У него есть две формы. Первая и вторая. Вторую форму почему-то не показывают. Странно. Ладно, пофигу. Погнали посмотрим на туториал. Кто у нас там появился? Офигеть. Soul Cage появился. Havoc Bonnie. И Dawnbreaker. Ой, как это жестко. Как это жестко. Так, он стартует с камеры номер 3 и будет постепенно идти ко мне. Потом он заходит. И мне нужно будет посмотреть на потолок. Я помню такого аниматроника. Звук шагов означает, что он ушел. Но когда он будет приходить, будет звук скрипа двери. Ну, вроде как-то так. Havoc Bonnie. Он стартует на камеру номер 7, идет ко мне в офис. Потом он может появиться, видимо, у меня перед монитором. И тогда так, такое произойдет, мне нужно посмотреть направо. После чего он куда-то перебежит. В другую сторону. Или влево, если он перед компьютером. Что это, блин, значит? Потом нужно полностью что-то там на него, из него. Затем я должен смотреть на него до тех пор, пока он не уйдет. Ой, что-то я нифига не понимаю. Что-то, короче, куда-то смотреть в разные стороны. Ладно, разберемся. Возможно, пару раз подохнем, ничего страшного. Dawnbreaker. Ровно в 6 часов звонит колокольчик. И он заспавнится, да? И он может появиться как слева, так и справа, так на крыше, так и за спиной, за окном. И мне нужно на него смотреть, да? Очень быстро. Ну, типа как-то так. Звуковая подсказочка, колокольчики и голос лай. Ну, то есть голос, видимо, как будто из телефона. Блин, ладно, давай попробуем пройти. Третья ночь. Главное, чтобы все аниматроники разом не хлынули ко мне. Ой, я совсем забыл. А, кассету прослушать нужно. Так, вторая кассета у нас 1 октября 82 года. Офигеть, мой день рождения. Офигеть. Забавное совпадение. Ну-ка, давайте. Так, друзья, кто знает English, напоминаю, что вы можете перевести все эти кассеты в комментариях, я его по возможности закреплю. Это уже вторая. Hey there again. Me, I guess. This is weird. Can we both just acknowledge this is a weird thing that's happening? Well, good news, I got the job. You know that. Of course, you know that, because it's already happened to you, but look, I got the job. The only position that they had available was janitor, which, I'm not gonna lie, I was a little disappointed by initially. I would have given anything to be able to perform up on that stage, giving kids the show of a lifetime, but the work isn't that hard. All I gotta do is just clean up the occasional mess around the place. It's really simple, actually. Well,
Mostly simple. I still have to deal with the occasional rowdy youth, I guess. I'm sure that they're fine when they're at home or hanging out with their friends, but I notice that whenever they're here, I don't know, they just kind of get rowdy. It's not my business to say, obviously, but they should probably be a little bit more respectful of their surroundings. I hope I don't have to clean up nearly as much as I did for my first day for the next while. And some of them were picking on each other. It wasn't nice to watch. I had to go away for a bit. Sort of walk into a closet to compose myself. Peter helped me. He helped me get back there and I guess get back to reality. It's a weird way to describe it, but I don't know. I don't know how else to describe it. I hope that their parents know what they're doing and do something about that behavior. Because we shouldn't be accepting that in an establishment like this. I guess it's just not my place to say again. But anyways, Peter? Yeah, I'm getting back soon. I'm on my break. Yeah. Okay? Yeah. I need to find a better place to record these Ну, я понял, что он устроился на работу. Видимо, уборщиком, да? Сначала он вроде как воодушевленно это говорил, под конец ему, видимо, все это не очень понравилось, и для него все это слишком просто, как я понял. Но, возможно, какие-то детали, конечно же, я упустил. Продолжаем. Третья ночь. Заранее спасибо всем, кто переведет с кассеты, и всем, кто хочет посмотреть, ну, прочитать перевод, то непременно загляните в комментарии. Возможно, я уже на этот момент закреплю что-нибудь. Погнали выживать. Так, сразу врубаем комп, блин, давайте смотреть, что, где кассеты есть. Да ладно. Я просто включаю рандомно и нахожу кассет. Лол. Теперь на второй камере. Ха-ха. That's where I hear him every time. Looking at him will jump time for it since it stabilizes everyone's vision of this place. Then there's this weird metal rod with hands that built itself. If I'm being honest, it just looks like a bunch of props with small legs. Так, а что здесь так темно, смотрите? Almost like it's a soul cage. Это нормально? It'll try to scare you to death. Опа! Фига ты пасть открыл. Че, проголодался? Скушай свой кексик. Тихо. Тихо, пусуны. А! Так, тихо. Это он. Смотрю на него. Был топот, боже. Я испугался, блин. Я забыл, что он так резко и громко это делает. Ладно, нормально. Хорошо. Хорошо. It doesn't take too kindly to having plasma stolen, so I think it intentionally corrupted the plasma, causing all this. А вот и Бонни, кстати. Turning them all into these sort of Frankenstein abominations. Он, кстати, уже за дверью. Oh, right. Причем он приходит, видимо, здесь. Bonnie went up too. Так. Come by the right side, then run to the left side. Так, по-моему, как-то так, потом не так. А какого лешего Фредди пришел? Может, вы по очереди будете приходить? Вы не хотите так сделать? Я прогнал, не прогнал? По-моему, я вспомнил, да. То есть приходит Бонни, он смотрит на меня. Я сначала отворачиваюсь, потом происходит какой-то звук, после чего я снова поворачиваюсь на него и смотрю уже до Талова.
По-моему, так. Могу быть неправ, но уже 12 ночи. Но это меня вывело немножечко из равновесия. Ты чё, блин? А чё так часто приходит, чувак? Офигеть, у него зубастая пасть. Это у него там чё, фоксианы? У него там как будто голову фоксианов. Это жесть. Что-то не могу... Так и не понял, что передо мной только что было на 7-й камере. Какие-то части аниматроников, я так и не понял, где он там, где перед, где зад у него. Привет, голодный Фредди. Так, нормально, идем, друзья. Кассета найдена. О, вот он, зубастый. Это у нас... Кто у нас зубастый тут? Что-то там Брейкер, нет? Так, Бонни приходит. Бонни готов напасть. Башка Визард Бонни. Его, в принципе, можно легко узнать. Но в этот раз он приходит, получается, с правой стороны. То есть он может прийти как справа, так и слева. Но механика, я думаю, что она примерно одинаковая. Против них. Ведь так? Ну, это все фигня. Нам еще нужно дожить до 6. Там ведь будет какие-то колокольчики. Ту. О. Двоечка. Все, справились. Опа. Интерес. Да блин. И как кого из них первого прогонять? Да тут понятно. Так, теперь смотрим на тебя. Я отвернулся. Теперь снова смотрю на тебя. Ты должен исчезнуть. Спасибо. Какой послушный аниматроник. Слушайте, сход разобрался. Но немножко теряюсь, потому что когда они приходят вот одновременно. Это типичный дабл, и фиг его знает. Чё от них ожидать? Сколько бухла здесь. Кто-то любит выпить. Не осуждаем, бывает. Жизнь порой очень непростая штука. Черт, давайте играть дальше. Find him. А вот и он. Нашел. Смотрим, смотрим, смотрим. Или не смотрим. А, прошел? БГ! Вот так это работает. Он какой-то странный фиолетовый был. Нужно было просто смотреть на него. Мне повезло, я нашел с первого раза. Давайте хоть посмотрим, насколько они красивые. Хэвок Бонни. Ну да. Внутри него сидит человек по имени Майкл. Они подошли слишком близко к правде, когда были живы. Его звали Майкл. Нефтон случайно? Ёлки-палки. Да, видите, головы фоксианов. Голова Чики, и сам он... Какая-то страшная версия Бонни. Как будто кошмарная версия аниматроников. Сол Кейдж. Его звали Джейк. Когда он был жив. Ну и, собственно, Дамбрекер. Не написано, кем он был при жизни. Какой-то там он большой, потерянный семьи член. И он, его человечность умерла здесь. Что бы это ни значило. Ног у него как таковых нет. У него все, видите, крючки. Что, скорее всего, означает, что он перебирается чисто по всяким отросткам, трубам или прочим, да? Где можно цепануться за что-нибудь. Ну, собственно, давайте кассету прослушаем, наверное, на сегодня все. 6 сентября 83-го года. Почти год. Ну, чуть-чуть меньше года прошло с момента второй записи. Hey, Ian. It's been a while. I haven't turned on this thing in a really long time. I wasn't sure how... I wonder how things are going over there, I guess. I mean, obviously I can't know necessarily how things are going, but I can hope that... Look, it's stupid, all right? Let me just get to what's been going on. My pay has been increasing by quite a bit, actually. Apparently, being a janitor has its quirks. I've managed to make quite a bit of pocket change for myself. Hopefully that'll help with the increasing issues that have been going on financially. Especially with John's birthday coming around soon. We're going to have to spend it in the establishment this time,
which I know he's not the biggest fan of it. I imagine that he's not too happy that he has to spend most of his time after school there, since all of his family works at the establishment, and I can tell that he doesn't like the animatronics. I mean, I don't necessarily like them either, but they do give off some feeling, I'm not totally certain. Hopefully this new rabbit that I'm helping fix up will lighten that up, I guess. Hopefully. But it won't help because he's been having a hard time again. Which is a shame because, I mean, I already taught someone how to behave around here. One of the kids that was being mean to him. I tried to tell him how not to act, but he still insists on hurting him. I'm not sure what to think right now. But I just want to make this birthday good for John. Better than it was for me, at least. I can see a lot of myself in him, you know. I hope whenever you're listening to this again that John's doing better. But I guess his birthday's coming up, and hopefully things will turn around from there. Окей. Ну, кто такой Джон? Очень часто здесь звучит имя Джон, что у него там якобы день рождения, и автор этого голоса. Но я понял, что это наш главный герой, только в прошлом. И он очень переживает по поводу этого дня рождения и по поводу Джона. Короче, пишите в комментарии, мне будет так проще потом проходить игру. Вот повторяюсь, были бы субтитры, было бы намного проще. Но без субтитров на слух я воспринимаю все очень плохо. Такие дела. Пока что ремастер довольно-таки неплохой. Пишите, что вы думаете по поводу игры. Я потом почитаю ваши комментарии. Большое спасибо за внимание. Ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. В описании найдете ссылочки на мой телеграм-канал. Подписывайтесь на мой Бусти и на мой Дзен. Подписки на Бусти, кстати, очень сильно помогают выходить новым видео на канале. Желаю всем добра и позитива, друзья. Всем пока-пока.